Подписан сегодня документ между институтом и Голливудским кинофестивалем, чтобы талантливые ребята из института могли, минуя вот эти все как бы и моральные, и физические, территориальные расстояния, быть там же, быть в самой гуще событий, в сердце кинематографа. И я знаю, что работы, которые представит институт на конкурс, они не то что не подведут, они, я думаю, будут одними из самых ярких. Потому что институт имеет такую огромную историю столетнюю и настолько высокий уровень, что это фактически одна из самых ведущих киношкол в нашей стране. Существует знаменитый Голливуд фильм-фестиваль, который входит, в общем, в пятерку самых известных кинофестивалей Америки и мира, наверное, скажем так. И теперь, благодаря сотрудничеству этого фестиваля с нашим институтом, появляется возможность прямого общения студентов и выпускников Института кино и телевидения с аудиторией этого кинофестиваля. Мы уже три фильма студентов Института кино и телевидения уже отправлены, заявлены в конкурсную программу юбилейного Голливуд фильм-фестиваля, который будет проходить в конце марта. Ну и мы будем надеяться, что, соответственно, в институт будут приезжать знаменитые американские сотрудники киноиндустрии, работники, режиссеры, продюсеры, операторы, общаться с нашими студентами, проводить мастер-классы. Это, мне кажется, новый импульс и новый стимул для всех, кто учится делать кино и телевидение. Это сотрудничество открывает новый стимул и новые горизонты для них.